Раз я ящик пустил. На них сбросил ящик? А ВМТ GPS нет. есть, если что. Да, здесь ВМТ нет. Старая миссия. Надо переделать под ВМТ. Ну, я пошел. А они там уже на точке или нет? Да. А, да. На точку приземляться не советую. Ну, да, то есть это не каждый способен такое постичь. А некоторые убиваются. Че, посмотри, как там звук падает? Да и нормально, наверное. Кто-то в море садится. Это, кстати, тактика. Кто-то вообще в море на улетел. Да. Это тактика топовая. Берете в море, падаете, а потом плывете. А потом умираете. Правда, в оригинале тут русские падали на американцев. Ну, это, видимо, опоздан решил поменять весь смысл миссии. Раз, два. Раз-два. Ник на связи. Ты в воду упал? Нормально упал. По кайфу вещи. На заводе пехота была. Там я даже звука есть. Ну уже на путях, кстати, на платформе. А Хамби где-нибудь? Я вдоль дорожки пошел. Ветер дикий вообще. Да. Хорошо, что сказал, мне надо будет на пятерку ставить, значит. Я там не помню, у них еще мили есть были. Да, были. А по полю двигается кто-то. Я. Ну, я метку себе одного. Учтите, что это дом с большими стеклянными окнами, там сидеть могут люди. А вы их видеть не будете. А, ты имеешь в виду стекляшку, которая факторка? Да. Как честно, на меня смыслят ГП. Или это не ГП? Они загнали в красную... Хамвик загнали в красный этот длинный этот, дом промышленный. Завод? Да, метку сейчас. Да. Только пишет. Да, у метку ХМВ. Он прям на входе. На южном входе. Попробуй подобраться с РПГ снять. Да не кругу. За тобой. На крыше нет никого, да? Нет, никого. А в трубах? Нет, никого в трубах. Ладно, поверю. Конечно. Красный контейнер проверяю. Вроде чист. Кто? Ну они там долбятся, что-то проехали, походу, пытались. Да. Машину переставляют, что-то. Наших нет. Есть.
Есть. Сейчас метку обнова. Так, вижу нашего снайпера. Обновил метку у себя. У меня уже пяткой все ушло. Блин, кто палатку тут поставил? Пап, нихуя! На Зухе никого. На Зухе никого, да. Они что-то там делают, строят. А, они машинку прячут, раз. Сейчас заруем нахрен. Одного, похоже, снял. Блин, палатка. Тварь. Со спитером почти получилось.